давно на белом свете жили глупые короли, прекрасные принцессы, страшные лесные разбойники и веселые трубадуры. Трубадуры бродили по дорогам, пели песни и устраивали веселые представления, которые народ очень любил. Мало что изменилось с тех пор. До сих пор нас окружают глупые короли, прекрасные принцессы, страшные разбойники и веселые трубадуры, которые ездят с гастролями по городам и устраивают веселые представления, которые народ очень любит. Всех иностранных артистов. Ой, так это ведь иностранных артистов.
месяца приглашают, нас-то никто не звал. Петруся, я Петруся, я мой лучший любовь иностранных артистов. Дочка, мы можем переодеться в рок-музыканта. Ну, правильно, давайте, ну, в дорогу пойдем. Все, пойдемте. Понять, песенка про дружбу. Опять? Я тебя снова. Отдайте. Начинай. Я не помню. Начинай. Я не знаю. Там, помнишь? Вы нам поможете, да? Поможете? Да. Ничего на свете лучше нету, чем пробить я победу свету. А теперь нашу любимую. Thank you.
Ведь я все для тебя делаю. И вообще, ну как ты хочешь, как ты хочешь. Тебя же учили, что нужно ходить, слегка покачивая бедрами, брови приподняты, руки вялые, но выразительные. Но как такое может быть? Руки вялые и выразительные, папенька. Этому нужно учиться всю свою жизнь. Иначе как ты станешь особой королевских кровей? Ну, я и так уже та самая особа королевских кровей. Папенька, ну что? Я хочу настоящий бал. Настоящий бал, и хочу на этом балу петь то, что я хочу. Никаких балов, только через мой труд. Ах, ты опять капризничаешь? Ты опять мне не разрешаешь делать то, что хочет сама принцесса? Тогда, вот так. Это что за тряпки? А? Что это? И петь я буду только то, что хочу я. Все учат. Все учат. И как и меня смучит, и как и меня смучит. Меня ребенка мучит, меня ребенка мучит. Который год подряд. Кто мои дороги? Пошли педагоги. И сеть без исключения учить меня. Прошу кого-нибудь из почтеннейшей публики выбрать любую тему.
Ну что, друзья, прошу. А, уважаемые, а могу я придумать тему? Это тема любви. Амнезия. Нет,
Значит, ничего она не помнит. У меня есть, значит, два предложения. Либо мы ее на органы. Да. Либо мы ее, значит, оставляем у себя. Оставляем. И делаем из нее новую суперзвезду. Смотрите на народ. Нашего вокально-хореографического ансамбля. Да, девочки, она громкая анимация, потому что вот когда мы выступаем, так вперед, девочки, гримируем. Замена еще должна найти нам принцессу. Ага, ну что за
дорогие мои. До встречи. Во дворце. Вперед. Пойдем. Девочки, у меня есть план. Представляете, я наконец-то могу попасть в дворец. Моя мечта сбудется на этом, на самую, на кремлевскую, на эту елку. Поехали, скажем. Обокрали! Обокрали! Ну ничего, нельзя ни на секунду оставить. И вообще, где моя охрана, где мой палач? А, так вы же сами, ваше величество, недавно в нашем королевстве провели как эту оптимизацию. Да-да. Всех позакращали и поувольняли. Остались только Филина и я. Да-да, ваше величество. Палач уволился на прошлой неделе. Он попросил у всех прощения и ушел, знаете ли, куда? В парикмахеры. Теперь прически делает, маникюры, педикюры. Ну, да, вот как-то так. Народ поговаривает, что пошел искать лучшее государство. Понятно? Поприкуси, язык. Не грызайся. Молчи. Время. Да, ваше величество. Это чем вы занимаетесь? Извините, замечталась, готовлюсь к новогоднему балу. Будешь палачом. Кто? Я? Ты! Отруби язык или еще чего-нибудь. Не буду. Мне? Что не будешь? Палачом не буду, даром не буду, работа очень хлопотная. Не дерзи самодержцу, даром будешь. Отруби язык. О, ваше величество! Ой, не вели рубить язык! А вели слово последнее молвить, ваше величество! Ну, последний раз я слушаю, говорю. Ваше величество, в нашем-то королевстве беда. Как? Беда, беда, беда. Принцесса, ваша дочь, объявила вам войну и покинула дворец. Да. Ушла? Куда ушла? Не знаю, не сказала. А что же делать? Искать, ваше величество, искать. Да, искать надо. Так, внимание. Да. Всем срочно искать принцессу. Я искать! Стоп! А как выглядит моя дочь? Ваше величество, так же, как и все принцессы. Капризная. Чуть-чуть капризная. Я знаю, как она вообще выглядит. Ну, ваше величество, ну если бы вы побольше времени уделяли своей дочери, вы бы знали, как она выглядит. А вы все считаете, это доходы, расходы. Да, считали, считали. Меньше слов, больше дела. Приказываю искать принцессу среди народа. Куда идет король? Большой секрет, большой секрет, большой секрет, большой секрет. А мы всегда идем ему во след. Величество должны мы уберечь от всяческих его ненужных встреч. Охрана встает охрана. Если вместо воробей мы готовим пушку, если муха-муху Что, ваше величество, это делать? Ведь дворец обошли, нигде подлежит, не нашли.
бросила отца, сбежала из дворца. Такая-сякая, сбежала из дворца. Алло, да, я. А это кто? Принц. Да, конечно, мы вас ждем. Да. Превосходно. Превосходно. Я, кажется, снова разбогатею. Ой, а как? Нужно найти принцессу. Найти принцессу. Опять принцессу. Принцессу. Ты будешь принцессой. Очень, да? Да. Ваше Величество! Да я ж по возрасту уже не подхожу. А кто подходит? Фрейлина. Она помоложе будет. Фрейлина? Да. Хватит танцевать. Переодевайся. Пусть. Точно. Ну, я не могу. Я не могу, принцесса. Фрейлина, принцесса. Тут все не так, как там. Но тут ему тоже нравится.
подарок. Глупейшим королевством. Что? Принц желает видеть принцессу. Вы что, мне не узнали? Моя дочь просто без ума от вас. Но это не та принцесса, с которой я говорил по скайпу. Это не та принцесса! Не та! Я согласна выйти за вас замуж. Мы обязаны ей жениться. Это не та принцесса, которую я знаю. Наша принцесса, знай только нашу с ней песню. Принцесса! Доченька! Нашлась моя красавица! Нашла! Все, начинай! Да. Я согласна выйти за него замуж! Мадемуазель, мой глупейшим королейшим. Я вот с вами уже как минут 40 хочу поговорить. Чувствуете, как сердце бьется? Я пойду погулять. Так вы ж подождите, уже сегодня гуляли, у вас уже была утренняя прогулка по саду. Поиграю. А вам же что за 60? Какие игры могут быть одному? Нельзя оставаться. Надеюсь, что тебя не разгневаю. Я мечтаю стать твоей королевою. Нежной пташкой во дворец прилечу. Я жениться не хочу. Людям.